На лед приглашаются Чулпан Хаматова и Роман Костомаров! Анастасия с Антоном получили высокие оценки, но все-таки не смогли потеснить лидеров. А лидерами являются, напомню, Алиса Гребенщикова, Алексей Тихонов. И шанс выйти на первое место предоставляется теперь Чулпан Хаматовой и Роману Костомарову. Ирландский танец. Я сказал о том, что участие Анастасии Волочковой в нашем проекте – настоящее событие. А разве не событие участие в проекте Чулпан Хаматовой? Вы знаете, и фигуристов, и тренера Илью Авербуха я хочу поблагодарить за смелость. Очень сложный танец с технической точки зрения, насыщенный весьма непростыми шагами. Но фигуристы, тренер не побоялись, рискнули выступить именно с таким танцем. И, как мне кажется, преуспели в своем этом начинании. Мне представляется, что этим танцем Чулпан и Роман делают весьма серьезную заявку на лидерство. Хотя, опять же, за судей говорить не берусь.